представим наше домашнее задание. У нас вся жизнь впереди. И сейчас мы с ребятами представим вам, как мы жили и что у нас будет происходить в будущем. Мы были маленькими и ходили в школу. И постоянно устраивали собрания на уроках труда. Итак, урок труда. Так, Иванов, к доске. Ага, не пойду и не хочу. Ладно, гад такой, с тобой дома поговорим. Так, сегодня девочки вышивают крестиком. А мальчики делают скалки. Только скалки, а не что-то другое. Так, Сидоров, я тебя попросил вымыть тряпку и принести мне мел. Где? А, так это тряпку нужно было вымыть. Староста! Я больше не буду. Чё ты ревёшь? Я больше не буду. Чего ты не будешь? Устроились на работу, и у нас каждый раз происходили собрания правкома. Итак, шел третий час собрания. Так, кто за? Кто против? Кто воздержался? Ты чего воздержался-то, а? А у меня пост. Блин, сбили. Заново, кто за? Кто против? Ты чего против? Не, ну я не хочу, чтобы меня из правкома выгоняли. Милочка, вы же не спрашиваете, сколько получает ваш начальник? Я спрашиваю. Еще бы ты не спрашивал у собственного отца. Надо говорить, когда ничего не говорит. Надо говорить, когда ничего не говорит. Че вы как бабки базарные? Надо говорить. Заткнись! На повестке дня еще 19 вопросов. Ну тебе, дура. Хорошо, три. Есть две оздоровительные путевки. Одна в Италию, другая под Тюмень. В Италию уже едет Валентина Петровна, замглавного. Зажралась она уже, почему она? У нее потому что желудок больной, и она сказала, из Хорватии мне удобно ехать. Коза. Так, перевыборы председателя правкома. Кто против? Кто? Все за, да? Молодцы. Так, еще одна путевка на чемпионат Европы по футболу. Едешь. Ты! А че я не люблю футбол? Ну, говорил, еду я. Коза. Итак, последний вопрос. Провожаем на пенсию. Ты! Я? Да, именно ты! Наконец, сегодня от него избавимся. Мы стали взрослыми, и у нас произошла первая любовь. Здравствуй, Катя. Здравствуй, Вова. Вот я пришел. Вот тебе букет цветов. Это мой! Я их на прокат взял. Потом понюхаешь. А я приятно выйду из дома. Мы теперь одни. Класс! Ой, повезло так. Повезло. Ай, сестра!
Не, ну покушать, там похряпать есть что? Извини, я не подготовилась. Так что тогда пришел, а? Да ладно, я пошутил, Не, ну как? Извини, да? Извини. Ладно, давай заодно остановимся. Кирилл! Я шутил, ты знаешь, да. Ты у меня первый. Ты у меня тоже четвертая. А давай будем друзьями? Давай, только давай сначала что-нибудь похаваем. Пошли! Преклонный возраст, и на склоне лет мы, заработав много-много денег, решили ими постарить. Здравствуйте, заходите. Здравствуйте, я хотел бы взять танк. Да, танк есть у нас, танк, вот танк. Вон танк. Ты 98. А это чё он 98? А так моей бабушке 98 исполнилось вчера, я в честь неё назвал. О. Да, короче, там есть гусеницы. Две. Да неужели? Я сам в шоке. Вот, башни есть. То есть две, да? Не, пока одна. Но мы вчера с пацанами прикололись. Она вертится. Вот. Дуло есть, стреляет даже. А в комплект танка входит. Там съемная панель с танкистами. А это что там? Какую там скорость развивает, а? Нет. Скорость? Не, ну короче, гораздо медленнее, да. А что это он какими там снарядами стреляет? Там... Да. Дальнобойными там... Да. Разнолюбими этими. Не, вы понимаете, я человек новый на фабрике. Да. Не, ну смотря чем танк кормить, да. Да. А что это там внутри этого танка? Не, ну как обычно, там диванчики, караоке, стереосистема. Какая к черту стереосистема? Какая? Вот такая! О, стереосистема! Что, будешь брать, нет? Да! Мы понимаем, что домашнее задание должно быть музыкальным. Но в силу того, что мы пока еще молодые, только учимся играть в КВН и делаем только первые шажочки. Нет, мы вам, конечно, обещаем, что в финале будет взрыв, феерия, танцы, ву! Кать, пока, удачи да, тебе! Позовешь, если что, ребят, да? Ребят!